Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Дом и сад». Меня зовут Александра. В этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом, как правильно посеять сельдерей. На рассаду, конечно, потому что самое время это сделать. Правильно посадить сельдерей – это уже полдела для вашего урожая. Я высеваю сельдерей каждый год. Очень люблю этот овощ. Употребляем мы его в любом виде, и сырым, и в отварном виде. Используем для тушения. В общем, в любых видах он хорош. Выращиваю я сельдерей из семян и обычно рассадным способом. Хочу сказать, что сельдерей можно выращивать и безрассадным способом, если вы посеете семена под зиму. Выделите определенный участок и там посеете, но надо, конечно, этот участочек разметить, чтобы сельдерей не потерялся весной. У него, к сожалению, очень маленькие росточки, когда он появляется в процессе прорастания, их просто можно не заметить. Но листики очень напоминают петрушку. И именно благодаря идентификации этих листиков его можно определить, где же он взошел. Я высеваю семена обычно вот как раз сейчас. Сегодня у нас 17 февраля. Вот примерно в этом периоде с 15 февраля и до 1 марта. Выбираю лунные дни, когда луна находится в фазе убывание. Знающие люди говорят, и я сама неоднократно замечала, что если вы будете сеять корнеплоды на убывающую луну, то урожай будет намного лучше, если бы вы это делали на луну растущую. Но сейчас, к сожалению, луна растущая, поэтому время поджимает. Я решила сеять на растущую, но думаю, что это рассада, а высаживать, когда уже буду в открытый грунт, то высажу именно на убывающую луну, чтобы немножко исправиться. Из семян у меня есть и корневой сельдерей, и черешковый. Вот такой вот черешковый, а корневой я покажу в процессе посева. Чтобы сельдерей вам удался как рассада, надо знать несколько хитрых приемчиков. Ну, во-первых, семена сельдерея очень долго прорастают. Если они будут старыми, то они могут очень затянуть этот срок. Поэтому выбирайте семена как можно свежее. Смотрите обязательно на упаковочку. Вот здесь вот написано, например, эти семена. Они пригодны до октября месяца 2025 года. Скажу вам по секрету, что в прошлом году я сеяла семена сельдерея, которым было 3 года, и он прекрасно взошел. Но тут говорят, бабушка надвое сказала, как получится, может взойти, может и не взойти. Для того, чтобы сельдерей взошел наверняка, первый фокус – это надо выбрать свежие семена, а второй – это можно эти семена обдать кипяточком или горячей водой, близкой по температуре к температуре кипячения, примерно где-то 80 градусов. Если вы обдадите такой водой семечки сельдерея, ну, например, в небольшом дуршлачке, и потом эту водичку сцедите, то семена сразу же мгновенно размякнут под воздействием температуры. Плюс к тому же вы за счет высокой температуры вымоете эфирные масла, которые защищают оболочку семечки сельдерея, и в таком случае семечке будет проще прорасти. Ну и как вариант, это покупать семена, которые уже обработаны и подготовлены к посеву. То есть
инкрустированные семена. Там есть фермент для роста и фунгицид, который поможет справиться с грибковыми инфекциями в процессе длительного прорастания этих семян. Скажу вам по секрету, что такие семена прорастают очень быстро, буквально в течение недели. Если вы подберете подходящую температуру, где-то на уровне плюс 25 градусов, и хорошую влажность. Сею я сельдерей в обычный торф с примесью вермикулита. Можете использовать и агроперлит, можете использовать гидрогель, который будет удерживать влагу для того, чтобы семена быстрее взошли. Конечно, посуда должна быть герметичной, она должна хорошо закрываться, чтобы держала влагу внутри, и сельдереечки такие махонькие появятся буквально на седьмой день. Если семена свежие, еще раз повторюсь, и если температура подходящая. Что касается старых сортов сельдерея, то они всходят, конечно, намного дольше. Традиционные сорта имеют вот такой период всхожести, достаточно длительный, примерно 2, а то и 3 недели. Поэтому не огорчайтесь, если вы такие семена посеяли. Немножко подождите, имейте терпение, как говорят. Ну и он проклюнется, я обещаю. Хотела объяснить, почему же нужно сеять семена сельдерея на рассаду так рано, да? Вот февраль еще уже, или еще, а уже пора их сеять. Ну, прежде всего потому, что сельдерей имеет длительный срок вегетации. Пока взойдут семена, достаточно длинный период всхожести, далее, пока они подрастут, немножечко, ростки первые, да, потом вам нужно будет их пропикировать, потому что сельдерей... Семена мелкие, каждую семечку вы в плошку не положите, очень уж такая сложная работа. Потом, как только он подрастет, придется распикировать, вы еще задержите срок развития растения. А потом, как только он уже создаст хорошую корневую систему, вот примерно будет, вот как у меня, примерно середина мая, когда его можно высаживать. Но сельдерей – это холодостойкое растение, и вы можете посадить его даже в начале мая. Если будут возвратные заморозки, просто прикрыть агроволокном, и он не очень боится понижения температуры. Но за счет того, что корневой сельдерей очень долго накапливает питательные вещества, чтобы образовать клубни, корнеплоды, он и развивается как растение долго. И первые корнеплоды вы увидите вот такие уже стоящие, примерно в начале сентября. Ну, в крайнем случае, в конце августа. Вот давайте посчитаем. Август, июль, июнь, май. Уже 4 месяца. И еще для рассады надо минимум 2 месяца, а то и 3. Вот примерно 7 месяцев. По биологическим особенностям, вегетационный период у сельдерея примерно 120 дней. 120 дней на 30, если мы делим, это как минимум 4 месяца. Вот представьте, какой длительный срок созревания этого корнеплода. Но если вы используете семена
новых, современных, например, голландских компаний селекционных, то там есть уже небольшие поправки. Их сельдерей, он имеет более короткий срок вегетации. Он созревает быстрее, примерно на месяц. Поэтому поищите, постарайтесь и получите урожай на месяц раньше. Правда, хочу сказать, что этот сельдерей немножко хуже лежит, немножко хуже хранится, но если посадите немного, успеете все съесть. Еще один вопрос, который я приготовила. Нужно ли замачивать семена сельдерея перед посадкой? Лично я не замачиваю. Я их обдаю кипятком или водой близкой к кипятку по температуре, для того, чтобы избавить от эфирных масел и немножко размягчить оболочку. Ну, может, кто-то другой замачивает, но семечки настолько мелкие, что это будет очень трудоемкий процесс, мне кажется. Попробуйте, как вам понравится. Ну что ж, надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Я буду вам за это очень признательна. И прокомментируйте, пожалуйста, выращиваете вы сельдерей или нет? Выращиваете рассадным способом или безрассадным? Когда вы сеете сельдерей? Мне и моим зрителям это будет очень интересно. Ну, а у меня пока все. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока-пока.